Привет, здорово. Сразу второе видео за день. Да, я могу 10 4-секундных роликов выпустить в один день. И даже в один час я могу выпустить 4-секундных ролика, наверное, штук 10. Блин, у меня ключей нет. Если у меня реально ключей нет. Ну, нельзя, конечно, далеко уходить. Звонок не работает. Вы как слышите? Не работает. Кстати, это не моя квартира. Пофиг. Скоро накрывать собирается. Пальцем не откроешь, как говорится. Короче, я хочу вообще... Зачем? Хочу снимать. Что это? Посадные жилеты или что это? Интересно, зачем? Купаться, что ли? Логично. Если купаться, то в жилете. Если плавать, то учиться. Если купаться, то в жилете. Если плавать, то учиться. Здесь никого там не ограбили. Я тут патрулирую, короче, подъезд. Не мой, если что. Патрулирую, чтобы мухи никому не залетели. Вот тут есть прекраснейший второй этаж. А еще у нас очень холодно. А если быть точнее, то сегодня градусов 36 градусов сегодня у нас. Я не знаю. Ну вот так у нас сегодня 36 градусов. Сегодня 36 градусов. Жарко. Поэтому я пришел в такой тонкой, но большой футболке. Вот как видите, это не трусы. Это не шорты, это футболка. А где мой подъезд вообще? Я забыл. У вас еще есть прекраснейшая лавочка. На нее садиться по правилам нашего подъезда. Не оттряхнуть нельзя. По правилам подъезда. 63-е правило нашего подъезда. 63-е правило нашего подъезда. Нельзя садиться на лавочку, которую не оттряхнул. Я ее оттряхнул. Если кто-то увидит, полицию вызовет. Полицию. Короче, подъездную полицию, да. Местную полицию, которая находится у нас в подъезде. А именно наш сосед сверху. А может, не сверху, я не помню. По-моему, сверху. Кажется, родители едут. Кажется, родители едут. Где голуби? Голуби, это на крыше, что ли? Да где эти голуби, блин? Вы видите каких-нибудь голуби? Я тут ничего не вижу. Реально, где голуби? Я вижу... Я, если честно, вижу только одного голубя. Это себе.
Если что, голубь в смысле быстрый. Голубь в смысле этот, как его? Голубь в смысле летать умеет. Если что, могу научить. Прыгать с трехметрового дерева и не разбивать себе, и не ломать ничего. И мне просто повезло, я удачно приземлился. А еще научу. Если хотите, могу еще научить прыгать с двухэтажной кровати на пол и ломать руку. Могу научить. Это у нас местная полиция подъезда. Да где, почему звонок не работает? Электрики. А почему здесь электрики? Не знаю, нашему подъезду больше 20 лет, поэтому он и не работает. Глазок. А если кто-нибудь сейчас посмотрит и глазок, а тут никого нет. Обычно мошенники так и делают. Да и воры тоже так делают. Но я не вор, если что. Я не вор. Что это такое? У нас еще тут, оказывается, свет включается в подъезде. Вообще в душе не чаю, зачем? Там кто-то приехал. Надеюсь, не папа с мамой. Паук. Паутина. Ладно, пофиг. Как кто-то едет. Шмель! Всем спасибо за просмотр. Видимо, меня сейчас укусят. А может, не укусят, я сейчас просто убегу. Спасибо за просмотр, всем спасибо и пока. А я побежал. Вероятно, из России. Хотя 36 градусов в России сегодня. Да нет, наверное, не в России. Короче, пошел, всем спасибо за просмотр, всем спасибо и пока.